Привет, это канал I Like Pet, я Таня. У вас недавно в доме появился мяукающий друг, и вы хотите сделать так, чтобы он полюбил вас? Боитесь допустить ошибку, которая может испортить ваши отношения с любимцем? Не переживайте, этот выпуск вам точно поможет. В этом ролике мы расскажем вам, как влюбить кошку в себя. Кошки – независимые животные, построить с ними хорошие доверительные отношения зачастую бывает очень сложно, однако это все же реально. С мяукающим питомцем можно не только дружить, его можно влюбить в себя. Только вот как это сделать? Давайте разбираться. Итак, представляем вам 5 лайфхаков, как влюбить в себя кошку. Если вы хотите влюбить кошку в себя, вы должны учитывать особенности ее характера и уже исходя из них выбирать дорогу к сердцу мяукающего друга. Например, если у вас активная кошка, играйте с ней в интересные игры и занимайтесь ее дрессировкой. А вот если ваш питомец наоборот любит полежать и понежиться, попробуйте получить его расположение через ласку. Завоевать любовь кошки невозможно, не уделяя ей время. Ежедневно общайтесь со своим питомцем в той манере, которая ему подходит. Кроме этого, старайтесь регулярно радовать своего мяукающего друга подарками, например, новыми игрушками или лакомствами. И, конечно же, не забывайте о важности уходовых процедур и заботе о здоровье любимца. Кошки любят чувствовать себя независимыми. Позвольте питомцу самому определять формат вашего общения. Не гладьте кошку против ее воли, не приставайте к питомцу с играми, если он всем видом показывает, что сейчас к ним не готов. Поверьте, когда кошка захочет провести время с вами, она обязательно даст вам об этом знать. Сделайте так, чтобы кошка доверяла вам. Для этого позвольте ей чувствовать себя в безопасности. Не контролируйте каждый шаг питомца, уважайте его право на личное пространство. При этом не становитесь равнодушными. Если питомец сам приходит к вам за лаской и вниманием, обязательно оказывайте их животному. Будьте вежливы и ласковы с кошкой, ни в коем случае не повышайте на животное голос и не используйте физическую силу по отношению к питомцу. Помните, кошки очень обидчивые животные и тяжело прощают даже небольшой проступок хозяина по отношению к ним. Теперь вы знаете, как влюбить кошку в себя. Пользуйтесь перечисленными лайфхаками и пусть в ваших отношениях с мяукающим другом всегда царит любовь. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!